Три варианта глушителя, которые можно рассмотреть сюда, на Kia Cerato. То есть здесь тихий вариант, здесь средний вариант, здесь громкий вариант. Вот мы сейчас послушали в целом, какие ощущения снаружи, что больше хочется? Потише, погромче, ну, побасистее. Хочется такое, типа, среднее, чтобы не очень громко было, чтобы на уши не давило. Ну, вот эти два варианта, они будут тоже давить на уши. Ага. Как часто вы ездите на дальнее расстояние? Или кто-нибудь сзади на дачу, там куда-нибудь, в другой город? Не так особо прям часто. То есть больше городская машина, да? Но здесь я могу так сказать, то есть вот эти два варианта, они будут все равно, к ним придется привыкать. Но не очень сильно. Вот, потому что остается штатная система выхлопная вот до этого. Как можно поступить? Мы можем сейчас один из глушителей, например, прихватить на прихватках. Вы, по крайней мере, уже прокатитесь, попробуйте, послушайте, как она вживую на, как бы, на дороге. И дальше уже мы решим с вами, нужно ли это или нет. Всем привет, меня зовут Ксюша, я сейчас являюсь студенткой третьего курса медицинского университета. Это моя машина, и я ее купила в 2021 году. Вот, сама машина 2020 года, Kia Cerato, объем двигателя 2.0 и 150 лошадок. Не так давно поставила чип, не так давно я начала принимать участие в гонках, и хочется, чтобы, когда приезжаешь, было немножко погромче, когда стартуешь. Вот, и чтобы все-таки как-то немножко отличаться от потока. Чтобы в универ приезжал? Конечно, конечно. Чтобы мне все преподаватели экзамены автоматом сразу ставили. Нашла через Инстаграм, просто в поиске набрала выхлоп и мне выдала. Я посмотрела ленту, увидела то, что есть машины не только премиум-сегмента, но и среднячок. Увидела тоже Kia Cerato, думаю, ну все, надо ехать. Синенькую, да, вот недавно была, да. Ну что? Вполне прям шикарно доволен. Сейчас я выбрала с заслонкой, потому что все-таки есть преимущество в том плане, то, что так как у меня есть там родственники, их надо возить на дальнее расстояние, там на дачу, еще там куда-то, в деревню. Вот, и я думаю, они немножко не поймут, если там будут прям орать. А когда нужно будет так выпендриваться... Выпендриваться? Включаете им режим? Уже можно включить и спокойно ехать и звучать на всю улицу. Пока непонятно. Пока непонятно, да. Такое ощущение, что это где-то, ну, не в этой машине. Блин, вообще очень классно. Не, звучит прям вообще супер. То, что ей не хватало. Мне кажется, по ощущениям, ну... Она даже легче ехать стала.